На базе отдыха «Разлив» открылся летний сезон. Территория уже прошла все необходимые процедуры и готова принять отдыхающих. Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня отдохнули на базе. Мы приготовили достаточно много соревнований. В минувшие выходные на базе отдыха «Разлив» торжественно открыли летний сезон. К открытию сезона для посетителей базы приготовили концертную программу. Пока одни наслаждались концертом, другие предавались отдыху на природе. Для малышей главной забавой стал надувной батут, а взрослые воспользовались возможностью спокойно порыбачить. Для того, чтобы отдых на базе был комфортным и безопасным, здесь проделали большую работу. База ежегодно подготавливается для трудящихся комбината и сторонних, так скажем, отдыхающих, тех, кто не работает в комбинате. То есть, что мы сделали? Мы очистили от мусора, так скажем, листвы, иглы, старой травы, ну и, соответственно, бытовой мусор попадался на территории, после чего была сделана обработка от клеща, два раза обрабатывали базу. Ну и также мы произвели косметический ремонт. На территории базы расположены беседки, где можно посидеть вечером с друзьями, и деревянные домики для тех, кто планирует пожить на природе. Имеется детская игровая зона. Для любителей спортивного отдыха оборудована волейбольная площадка. По словам директора СБО-фабрики Евгения Медведева, содержание такой базы обходится комбинату недешево. Руководство комбината в первую очередь, конечно, идет на это, для того, чтобы наши трудящиеся, на те затраты, которые мы несем, чтобы наши трудящие отдыхали, тем более в сегодняшней ситуации, когда тяжело съездить куда-то на юг, куда-то за границу, как раньше мы привыкли. Для работников комбината цены на проживание в домиках значительно ниже, а дети до 18 лет здесь отдыхают бесплатно. Да и у других горожан отдых на «Разливе» пользуется спросом. Большинство посетителей базы отдыха приезжают сюда регулярно. Каждый год ездим, нам очень нравится, хорошо еще с погодой повезло. Вот, и нравится, что соревнования, детям есть развлечения, как-то и отдохнешь душой и телом. Летом тут соревнования всякие, мы катаемся на горках, на каруселях, соревнуемся. Мне горки нравятся, вот карусель там нравится. Это более привлекательно. У нас во дворе вот почти нет такого. Вот все время сюда с мамой приезжаем. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, новости АТВ.